Всем привет! В этом видео хочу показать вам 10 интересных смотровых площадок на Тенерифе. Начинаю с Мирадора дель Эмигранте. Он расположен в Гарачико. Здесь панорамный вид на город и памятник, посвященный эмигранту. Статуя эмигранта изображена с кучей чемоданов, а в области сердца имеет пустоту. Это символизирует о жертвах и надеждах тех, кто покинул свой дом в поисках лучшей жизни, оставив сердце на родине. Когда-то Гарачико был процветающим городом. Здесь находился торговый порт, но в 1706 году был разрушен извержением вулкана Тревехо. Город заново восстановили, и сегодня Гарачико является одним из самых посещаемых мест на Тенерифе. Чтобы полюбоваться самым красивым пляжем острова, нужно подняться на Мирадор Лас Тереситас. Недалеко от Мирадора заодно можно насладиться видом на соседний пляж Лас Гавиотас. Потрясающая смотровая площадка Мирадор де Лос Кампитос, откуда открывается панорамный вид на столицу Тенерифе Санта-Крус. Здесь можно увидеть город с высоты птичьего полета, а также гавань, порт, горы и, конечно же, океан. Если вы немного знакомы со столицей острова, то с этой смотровой площадки вы узнаете многие достопримечательности города. Недалеко от этого Мирадора находится интересное место Куэва Роха – натуральный монумент «Красная пещера». Для любителей пешего туризма тут начинается маршрут Камино де лас Личерас. Старая дорога, которая раньше использовалась для перевозки грузов между Санта-Крузом и Ла-Лагуной. Следующий Мирадор я считаю одним из самых уникальных на Тенерифе, который обязательно стоит посетить. Эта смотровая площадка находится на территории национального парка Тейде. Название Мирадора – «Ла Тарта», что в переводе с испанского означает «торт». Такое прозвище дали за сходство слоев вулканической породы с многослойным десертом. Здесь можно наблюдать полосы различных оттенков – от светло-бежевого до черного. Каждая полоса символизирует отдельное извержение в истории вулкана Тейде. Помимо знакомства с столь интересным ландшафтом, тут получаются весьма фотогеничные снимки. Чтобы увидеть особые феномены Тенерифе, стоит посетить смотровую площадку Мирадор де ла Бермеха. Он расположен на территории заповедника Корона Форесталь. Направляясь к месту, вы совершаете прогулку по живописной тропе и любуетесь редкими видами растительности. Эта часть леса больше других пострадала от пожара летом 2023, но уже наблюдается восстановление. Здесь можно любоваться видами на Тейде и северные побережья, а также увидеть редкое явление – море облаков. Направляемся посетить потрясающий уголок Мирадор де ла Корона. Он расположен на высоте 750 метров на одной из вершин массива Тигаига. В центральной части смотровой площадки находится беседка с крестом. Появилась она в 1922 году по желанию жителей, которые спаслись невредимыми в результате несчастного случая, произошедшего в этом районе. Полюбуйтесь великолепными пейзажами на необъятную долину Ла Оратава. Представляю вам смотровую площадку Мирадор Эль Лансе. Это место можно назвать утесом героев, так как оно связано с некоторыми событиями, происходящими в прошлом. С этой смотровой площадки открывается захватывающий вид на долину Ла Оратава, Пуэрто де ла Крус и Лос Риалехос.
Главное место на этом Мирадоре посвящено Гуанчо Бентору, который совершил прыжок в бессмертие. Мэнси Бентор, не желая сдаваться кастильцам, сбросился со скалы, навсегда вписав свое имя в историю. Название Мирадора Эль Ланце связано с суровой историей лесозаготовки. В прошлые времена тут находилась лесопилка. С обрыва здесь сбрасывали стволы деревьев, где они разбивались на части, готовые к дальнейшей обработке. Ланце происходит от испанского глагола «ланзар», что означает «бросать». Таким образом, это название служит напоминанием о нелегком труде лесорубов и суровых реалиях прошлого. Полюбуйтесь пейзажами северного побережья Тенерифе с Мирадора Лос Рокес. Он расположен в муниципалитете Лос Реалехос. Десятое место в этой строчке занимает Мирадор де ла Пас. Это смотровая площадка, расположена в муниципалитете Пуэрто де ла Крус. Ла-Пас – это тихий район города. Когда-то тут давно отдыхала Агата Кристи. Красота и благоприятный климат Пуэрто де ла Крус питали творческий потенциал Агаты, помогая ей создавать шедевры детективной литературы. В честь писательницы здесь установлен ее бюст. Главным преимуществом посещения Мирадора – это панорамный вид на город и на Лагос де Мартянес. Эти 10 мест – лишь малая часть того, что можно увидеть на Тенерифе. Всем спасибо за внимание и до новых встреч!